Ир бұлзан, пұшланач және бұрнаш, хавасла, илемля, аван. Кашны гун, ирхи шидезе етре, чевашин наци телевидение, тюре ференже, ир бұлзан кыларым. Ольга Элиме. Дмитрий Вериялов. Ирбе ирех сире вранма бұлышыш. Хавас камылдуем парнелеш. Кашны ир уйхран тарле вранар. Шена ирагуна тарле бушвар. Рыр будар хаква кураган зем, юдаш сем, чаваш ей наци телевидение тюре эфиринджей, ир бузан каларам, паэн зерим беберле эбе, Дмитрий Вериялов, пурнеде, ира ир сунада, пурнеде сывлах сунада. Паян и твари гун, малала, тазалат, премеш, шене жуды, премеш тулы эш эрни, шене жужит нерембе, ну май вагат, таир трешам, бада хаква кураган зем, манан зердены, да, скелет, палец, скелет, эзир, Хельмудин Джен, Шене Джуж Дезумен, Мле Парне, Итрезер, Хельмудин Джен, Итна, Пурнашама, Итна МСМ, Сирен, Пурнашама, Тыден Джежи, Тада Ховар Мурда, Изер Ватна Талев Зене, Пурнашама, Ховар Тыден Дери, Тени Зер Хельмудин Джен, Шене Автомобиль, Или Сине, Кавана Хельмудин Джен, Тени Зер Ховар Мурда, Спорт, Па, Малала, Ешен Рен, спорт, да, спорт за важили меня, дыдн, мэтлен. Мен мишетлет сире, шак пурнашвама талев зене, пурнашвама тыдн, ма. Тадам мен жин дыдн, ма, резер. Я тыдн, зарм был зан, сари, аван, жаган берги, шерзабары, вере, даргашин, пире вконтакте, сайтри, ушканра, шаунрах, шавушкандах, эзир, шерзах, варма, бударадар, паян, сирен, юда, жерзем, вали, таван, рзем, вали, мене, дебуин, савам, зем, тень, шурам, нагуня, джибезам, машин, эзир, вазене, тень, эзир, эште, жерзене, шене, гун, Бушуаннет по самым вашим возенше шене куне лай хирцегайдер тезе. Шавандах шавушкан рах я здесь изахвар. Ма буду радар пирим по их на зем вали иду зем. Вула заварада мы бур за вам зене, мы бур иду зене. Коштар занкилин зем. Тогда паян я вам гибегех сирим вали узова рубрика зем. Чи маудан манжут по хаку враган зем. Пирим варан зажи дес тезе пурде перле зарядка тумала. Шам бада, хали вурен джинджин, эзер сик седма буда радар, теплен рех погор, зарядка двар. Ирагун, мана оля тезе чинеще, ирхи зарядка на, тону студии бе пушлар. Let's celebrate!
день зарядка вишленче. Чибер. Шагымбек пурде бірле зарядка иргене зарядка дуны аванаххава анжақта эзір. Шыны жыл уммен, шидес шыны жылда спортзала жүреме дыдына дыптезе тілле вартыр бұзан жагымбек иргене зарядка дуны гына шитмес хавал спортзала жүреме дыдын малуақ. Хақыл гураганзэм азайлдере дып пирем палес келет, пире гураганзэм хушынже, пире гураганзэм мэнле тілле взэм вартна хайзэну мэнже шыны жыл шидес уммен, мэнле парнезэм утрезер. Хермудинжен, парни Лере его узре, шаг я была за ней. Шагом бергище за бары берет Аргашин, берем ВКонтакте сайт 3 Ушканрам. А за Эльди Редеп, шаван дах, я зажит тогда Ширза Хаварма, полмутарадар, хаварна Сава Марзане. Юта Жерзане, Таван Рзане, Шча Жерзане, Камада Булинь, Менде Булинь, Ширза Хаварма, Путарадар, Мембур, Сава Мзане, Килинзе, Вуаза Барадап, Тюре Ферда, Каштарзан. Ухальвара, а за Эльди Редеп, Сиримвали, Яван Хибеке Хузова, рубрика Земир Бузанковар. Манжутпа хальвара житре павлашма паянги гороскопа мен зунаще же пире паян Жагымбек лайық саунышыла куна шаударзем. Всем малашта гарберги шутлама вагат кашне в активе ги тимле хуй радар чипачек теле в зените пурнажа кирдескиля анчахта на вале он начала вагат пласа катмиле вагардем этой зем сирен берги меньше гушланы пачахта казакландарме щелдарзем пуринчините алла сумма снища егореш всем кильдеиш всем чакун он забуреш хавару макире киплетеле в ларсанда он на медлерех пурнажа катмиле не тюрех тав жерзай и литер рак всем паянчи маланах кирек мыле и давада тат сабама майгиля еще конкуренции булны адалан мащер пленме положе Арасланзем. Шилдерзем сире малашла храм для рехта как всем пуласа халех паларца гума хушма добрше шизельме майзем ширамас нища. Хердем. Мангамалаха гдартные сире подармаха кирцюгерме булдаря. Хаврал рады дар хирюту юма вахатраты цачарма булер. Тараза зем. Выхват чак не еду ядр. Щам на була тимлих и даган пербары и дева пурны шлама и вардарах. Щабахта шилдерзем маньбур вая бухса и шлимец нища. Скорпион зем. Шилдерзем и шине пурны шлама шине шул ер ширамас нища. Малдан гимель зембе узагурзан кирлек дардузем батнищи деймер. Ухожидем. Вышли не имени всем ганыч память, куни бег возим жиндин шутла за жюридер. Шалды тую машанер, вэлсире улдалами. Терас шел жилет на мапулыше. Тугаджакизем. Мынь бур ищре хастар буладыр, в пуярулых кадарца, кирек мынь лещевич и давада кэске в хатрахтат сабарадыр. Шивдыганзем. Хавартырыш сан, пышла гарба ищер синжин, ыргят шинзей лидер. Пулдарулых патулын палаштармам май параган саман себе узы курмащинч пельмелле. Пулазем. Хавара жети вечле шайра пурнышладыр, неменде чермавда сире палатна шул ердень пырзайрайме. Ураганзем, езер паян, чем ебе брали, и даже зем бебрали, штага за гельмельне пальместр Булзан, тогда сирен чудес в катра, шурав на гун Булзан, езер шурав на гуна, штай термелине пальмезен Булзан, сире пэджек наш парада. Батутный парк Разгон приглашает провести дни рождения и выпускные вместе. Мы позаботимся о незабываемом празднике и фееричном шоу для вас и вашего ребенка. Так вы ураганзем, пальместо псиременле, анжахта мана, шагамбек ворам, шене жил каникулы зем хыщен, кан малый гун зем хыщен, иргине ир дыма кашт евардарах шавам бада. Пезерде евар варан затрадар бузан, сире париге ганаш, шакава забарада б интернетра, мэн жираши жагамберги, мэн лерех, шаму дарах варан задыма важи, кан малый гун зем хыщен, шене эжернине, шене эшкунне, мэн ле хадрлин мэн ле. Терес шивар малла, тезе
чераще. Щиверма вырт на джухниде, хавас комол пулза, хавас комол пулмалы бирги манзагай мала марш, ураз уммен, мен леди булин, лаях книге, е саванышва кино пахсандай урат. Тогда вырын жинжен, хабартванза, васказа, эже, васказа, тумала мар, майбен, васкамазар вырын жинжен, варанза дамала, шамбек вара, шамаударах булат. Иргене тогда юратна юрызани итлезенде аван булат, умбек шамаударах вара, варанза дама шагында вара, зире ирбулзанка варам булжат манжутпам. Тогда Иргене варанза дона гыщен пар гурга шив эшмеллиди аван дезагаваще. Кайран варанза дона гыщен вара дужа кайзагилмелле, чьи аванны вара был контрастный дурштеще, черетле ожа жив, тогда сиви жив, шива герзем тухны аван. Шене гуна ел куза кетце илмелле теще вара чамбек шене гун лайхтарах тогда шамаудара хирцегаят, тогда чьи аванны манжут павал тогда тараны чен абатванны. Шам вада ховар вали, ховар юратна мажар вали, аджазем вали, мне дебун тут твоя бава, хадар лезе бама пудар, адар пальместер бузан, мэн хадар лемелине, биржи шаган дада зире пулжат пархаль вара, ир бузан каварам ра, абаджа тут ва пудар рубрика. Доброе утро! Сегодня мы рады предложить вам рецепт очень быстрых булочек. Каждая хозяйка думает, что же приготовить быстро на завтрак к своему любимому мужу, детям, чтобы они не только покушали утром на завтрак, но и смогли взять на работу или в школу. Вот сегодня мы как раз вас хотим удивить таким рецептом быстрых булочек. Для этого нам нужно взять муки, стакан, сливочного масла, грамм 80, и все это растереть в крошку. Пока шеф-повар будет растирать и готовить тесто, я займусь другими ингредиентами для наших булочек. Любая вареная колбаса, сосиски, все, что есть в холодильнике у хозяйки, мы режем, берем две сосиски, где-то 100-120 грамм сосисок, колбасы, нарезаем, шинкуем, у нас уже приготовленная зелень, и натираем, берем любой сыр, натираем сыр на крупной терке. Смешиваем ингредиенты. Нарезанные сосиски, зелень по вкусу, какая есть в холодильнике. Можно и замороженный укроп, петрушку, что вы приготовили на зиму. Добавляем в сосиски или вареную колбасу нашинкованную сыр, натертый на крупной терке. Перемешиваем. И в муку не забудьте положить чайную ложку разрыхлителя для теста. И все это перемешиваем. Добавляем в тесто молока 100 грамм. Разминаем хорошо, чтобы тесто схватилось. Готовим противень, засланный пергаментом. Формируем небольшие шарики, булочки. Видите, какие они выглядят уже аппетитные, красивые. С зеленью, сыром, с колбаской или сосисками. Поверьте, через несколько минут ваши домашние будут удивлены. Их притянет на кухню сначала запах, а потом удивит сама мама таким завтраком. Подготовленные булочки мы отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов, на 10-15 минут.
Смотрите, как только булочки подрумянятся, они уже готовы. Ресторану «Эллада» более 20 лет. Менялись кухня, интерьер, количество залов, но неизменным осталось одно – качество обслуживания и традиции. К услугам посетителей два просторных зала для проведения свадебных мероприятий, банкетов и один зал на 25 персон. Ресторан «Эллада» проводит мероприятия любой сложности – свадьбы, юбилеи, фуршеты, кофе-брейки, выпускные и VIP-обслуживание. Разнообразная кухня, гибкое меню и доступные цены – заметные преимущества заведения. Наши булочки готовы, можно звать домашних к столу. Эти булочки можно и с собою дать как ребенку в школу, так и мужу для ланча. А мы вас ждем в кафе «Эллада» на бизнес-ланч. У нас разнообразные вкусные блюда и доступные цены. Приятного аппетита! А почетутлы булгар! Как ураганзем, хале вара зирека ваза барада мэнбе палла паян ги шенегун тада мэнле уявзем же паян. Рашей федерации инже паян следствие комитете Ергелена куна палла даваще пурнеде следствие комитете инже эш хураганзене бурнеде сава младов. Шаван бегех паян википедии шурауна куне, шак энциклопедии шурауна куне паян палла даваще. Паян ги кун пинге уча ширимикке мышуда Франции драматурге Жан Мольер журауна. Пинде шичер тұғырыны биллік мүршуда. Вырыз драматурге Саважи Александр Грибоедов күнжуды күрна. Пинде сағыржер Аллы мүршуда. Вырыз математиге Ширавжи Софья Ковалевская шуттын және келіне. Пинде сағыржер тұғырыны бірі мүршуда. Вырыз Саважи Талмаджи литература критиге Осип Мандельштам журауна. Пинде тұғыржер сақыр мүршуда. Америка физиге Эдвард Теллер кунжуды курна. Пинне тогажер вунжичем шуда Совет Союзен, тогда Раши, театр ба кино актеры, СССР халых артизджи Евгений Лебедев шут тенджене кильне. Хоен черед лежуранугу не паян. Совет Союзен, тогда Раши композитора, Раши халых артизджи Максим Дунаевский павладывать. Шаван бегех, шакун, олимпоизен чемпионки, тренер Вера Зазули журавна. Паян валутму вижи жуду бударать. А вывищем шуравнугу не паян Раши режиссера, актеры, сценаристы, продюсеры Егор Кончаловский, Павла Дават. Хале вара тогда каваза бараскелет кам паян менельник зене Павла Дават, паян менельник зене Павла Даватше Василий, Петр, Сергей, Ульяна, Ятвашин, Зем, зене пурнеди ебир, сава муат пар. Тогда вуаза ки параскелет изир пирин вконтакте сайтри, шерзах варна ширу занятие ебир, ебе итныче сирген хак вагураган зем, Езер шене жил умен Жанбек Ядарова замантра хворон умарда мен летали в земларна тогда Хельмудин джен мле парни зем итни берги тогда жак парни зене Хельмудин зире парни лены же жаком берги итнече Артем Лаврентьев Ширзаяна ебе Хельмудин джен итнече шене гибни вунда хромашуда хамвали юратна можар туба сне хальги вагада тубай марм ха Хельмуджи хальги вагада парнили мерха. Мана юратна мажор Артем ан Гилен Тубан. Юратна мажорна анжахта Артем Матур тада жират. Хам умра лартна таллев иргине урамдарых чупса жюресы спорт янибе адаванасы шак таллеве пурнышвама тыдындым не жират Артем. Артем Матур малвада шамбек пударулы пур. Тада савам лаще Ирина Васильева Ширзаяна, Пирин Урло, Падрель Райан Инжинер, Ваша Халь Яренджи Бурнаган, Филиппова Альбина Владимировна, Найр Цыгайна Жирану Куньяджибе Сава Млаппар Дезе, Анне Нечун Джиререн, Дугаган Чиры, Даожа Замахсен Бесава Млаппар, Уех Пек Шуда Кунджи Ушурги, Хевель Пек Ира Комол, Инжет Шу Евер Ворам Эмер, Чаваш Юмани Бек Шире Псывлах, Кушту Уителей, Туставан Зембе, Шагов Датса Бурнма Шуда Раскал Сунатпар Сава Млаппар. Ганзем, Аджизем, Мануге, тогда Шилах, Таванезем, Тезеширзаяна и Бердизам Латпар. Тогда Савам Лаще, Шуравна Гунь, Яджбе, Паян, Юдарзмбе, Таванзем,
Сергей Иванова. Сергей Азунаше Варам Кунджу, Нумай Нумай Сывах, тогда Варенюре, Нумайрах Анучузем. Тогда Журавнагун Паян Павла Тават Дарья Ятва Хираджава, Ударат Ширим Духар Шуту, Ударат Анадазам Ваш Юдажзем, Таванзем Аша Амажа Ямагазем, тогда Тедеже Дарья Нашамбегех Сунаше Нумайрах Телей, Нумайрах Сывах, тогда Эшре Нумайрах Анучу. Сергей Макарова сам ваше юратно можере юдарзем перлеш легенезем Сергееде журану гуньячбе сунащену майрах сывах телей он ажу тогда юратно можерах хидерах юрат тебя жирзаяна когда юратно можере жирненде хак вы гураган зем юдарзем камен баян уяв камен баян журану кун сире пур неде бир савам лад пер сире ну майрах он ажу бир сунат пер тогда сирем вали Сава нашего Юрова Варца Бараша не берет Архаша. Шургуне удами псана, водан за галашрами псанба. Парнилерем, парнилерем, персонажеч парнилерем, парнилерем, кам Юрада вату семила при. Парнилерым, парнилерым, хам юрадова. Пелецим шоваше аяка, и жеди гаяше шухарсим. Если лата не бит летем, шепчак сасунает летем, шулаги или млека синичей. Если лата не Шепчет сасуна и плетем, чулаги или млега сидит у всем алый земле. Пире юрадова санса, а вона чеш, я вона чеш, уродцем буш не дая чеш, пире юрадова санса. Шургу не тальбулда не псана, парнилерым кам юрадова, кум зимитреш, ул зимитреш, Анча хлоплан мабель мереш, Юра бубаду слог черерей. Кум зимитреш, ул зимитреш, Анча хлоплан мабель мереш, Юра бубаду слог черерей.
уважаемые телезрители, несмотря на то, что сегодня 15 января, на улице метель, холодная погода, я могу смело сказать, что у нас сегодня в студии наступила весна, цветут цветы, потому что у нас сегодня в гостях участница международного конкурса красоты и грации «Мисс Вселенная 2018», обладательница 9 корон и всевозможных титулов на разных всемирных и всероссийских конкурсах красоты Лара Ян, а также директор модельного агентства «Волга Моделс», руководитель продюсерского центра «Театр мод Дед Китс», педагог, наш очень хороший друг Наталья Аркадьевна Девятых. Девушки, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну, Наталья Аркадьевна, Лара, первый вопрос, который я задаю всем нашим гостям. Тяжело ли было вам проснуться так рано утром, чтобы прийти к нам в гости? И вообще, вы привыкли вставать так, просыпаться так рано? Нет, я очень тяжело сегодня встала. Дело в том, что я не сова, то есть я сова, и я люблю поспать утром особенно. Вот, и для меня вот сегодня встать — это как было катастрофа. Но я здесь, я не опоздала. Ну, спасибо, что пришли к нам. Лара, какой вот обычно вообще распорядок дня вот у участниц таких вот конкурсов, ну и у таких красавиц? Они спят, ну просто есть такой стереотип, то что вот красивые девушки, они спят до обеда, потому что, ну, им нужно высыпаться, хорошо следить за собой, или нет, или это все стереотип? Ну, в последний раз в такое время я просыпалась во время конкурса «Мисс Вселенная». Мы спали по 3-4 часа. Это было тяжело, это была армия красоты, можно так сказать. Вот. И после этого случая, это сегодня первый день, когда я проснулась так рано. Но настроение хорошее, это главное. День будет длинным, не таким коротким, как обычно. Все успеем сделать за сегодняшний день. Хорошо, сегодня я также у телезрителей спрашивал, какие самые главные достижения у них были за ушедший уже 2018 год? Ну, продолжаем как бы вспоминать 2018. Ну, Лара, наверное, твое самое главное достижение в 2018 – это участие в конкурсе «Мисс Вселенная 2018», да? Да, я после конкурса в своей стране, где стала первой вице-мисс, начала готовиться к конкурсу «Мисс Вселенная» на протяжении года. Поэтому, да, это мое самое главное достижение. Да, главное. Наталья Аркадьевна, а у вас? Ну, этот год был у нас очень продуктивный в плане того, что, да, действительно, в этом году две мои ученицы, то есть стали участницами конкурса «Мисс Вселенная», что очень интересно, это впервые вообще в России, что может похвастаться модельное агентство тем, что две участницы стали участвовать, то есть, в конкурсе «Мисс Вселенная». Это Юлия Поличихина, «Мисс Россия» 2018 года, и Лариса Ян, «Мисс Грузия» 2017 года, стали бороться с корону, за самую главную корону Вселенной. Вот. Хочу сказать, что они с достоинством представили свои страны и с гордостью приехали в Россию обратно, потому что они выступили безупречно. То есть девочки сделали все, что от них зависело. Мы все следили, вся Чувашия следила, и Россия за девочками. Мы их поддерживали. Наша поддержка, я думаю, что была, да, чувствительна была. Это чувствовалось на самом деле. И, конечно же, в этом году у нас Юлия Поличихина стала «Мисс России». Это две «Мисс России», которые я уже воспитала. То есть это Шура Петрова в 96-м году и вот Юлия Поличихина. А мои личные успехи, это, конечно же, я не хочу похвастаться, что я занимаюсь благотворительностью. И в этом году мы запустили прекрасный проект на всероссийский уровень. Это «Мисс Свобода», где девочки с ограниченными возможностями участвуют в этом конкурсе и побеждают. И они дают очень хорошие результаты. Ну, с вашего позволения, хотелось бы немного поподробнее узнать именно о конкурсе «Мисс Вселенная». Да, все-таки, конечно. Не каждый день могу я я вообще не могу похвастаться тем, что я сижу в одной студии рядом с участницей конкурса «Мисс Вселенная». Каково это вообще участвовать в конкурсе такого масштаба? Как вообще, как в принципе обычно проходят вот такие вот, ну, крутые масштабные конкурсы? Ну, в детстве я только мечтать могла об этом. Я думаю, каждая девочка сидит
перед телевизором и смотрит все эти конкурсы красоты и восхищается этими девушками. Вот. Но я 10 лет шла к этому, поэтому это большая ответственность в первую очередь. И это опыт на всю жизнь. Думаю, это самое лучшее воспоминание, которое у меня останется. Я буду сидеть старенькая и просматривать альбомы свои с конкурсов красоты. Это очень круто. Ну и вопрос, наверное, не у одного у меня. Лара, ты первая вице-мисс Грузии 2017. Да. На конкурсе «Мисс Вселенная» ты представляла эту страну, да. Грузию. Но ты родом из Новочебоксарска, насколько я знаю. Ты живешь у нас здесь, в Чебоксарах, в Чувашии. И, ну, как это вообще все взаимосвязано? Я расскажу. Да, я являюсь армянкой, наполовину грузин. Когда мне был год, мы переехали в Новочебоксарск. Я прожила здесь 23 года. И, ну, каждое лето ездила в свою страну отдыхать. И 2,5 года назад я получила контракт со своей страны. Поэтому я не могла отказаться. Потому что это в любом случае моя кровь, это моя страна. И я поехала, приняла участие в конкурсе красоты. И так вот все получилось. Но отсюда же все началось. Если бы не Наталья Аркадьевна, не агентство, которое я узнала здесь, с которого я начала свои первые шаги сделать, я бы не была здесь со своими титулами, которые у меня есть. Наталья Аркадьевна во время конкурса «Мисс Вселенная» держала кулачки не и только, скрестила не пальцы. Только, да. Не только за Юлию Поличихину, но и за Лару, конечно. Кстати, Юлия Поличихина, наша очень хорошая подруга, «Мисс Россия 2018» тоже вместе с Ларой участвовала в конкурсе «Мисс Вселенная». Лара, честно, вы считали друг друга конкурентами или... Нет, мы на самом деле подружились еще до социальной сети в помощь. Я очень обрадовалась, когда узнала, что Юля будет тоже присутствовать там. Ну, это уже... Это тоже своего рода поддержка, потому что свой человек уже там, поэтому мы очень дружно каждое утро вставали. То есть если я не просыпалась, она меня будила, и все наоборот, мы очень хорошо поддерживали друг друга, мы подружились и по сей день общаемся. Поэтому никакой конкуренции вообще. Ну и вот не только с Юлей, и вот Наталья Аркадьевна, вопрос тоже к вам. Опять-таки, если мы разговариваем о стереотипах на конкурсах красоты, то принято считать, что вот все девушки, все участницы, они так, но не очень хорошо друг к другу относятся на таких конкурсах. Может быть, даже какие-то козни друг друга строят. Или это нет, или это неправда, это просто миф, который вот, ну, оброс вокруг этих вот конкурсов красоты. Я хочу сказать, что это огромная работа организаторов конкурса. Я благодарна Владимиру Николаевичу, это президент компании и генеральный директор модельного агентства «Волга Модел», в том, что он очень... строго следит за этим, следит за мной, следит за девочками. Если есть какие-то нарекания, то вплоть до того, что у нас была такая ситуация на конкурсе «Мисс Волга», это всероссийский конкурс, что девочек, двоих девочек, он практически перед самым конкурсом отправил к себе в агентство, ну, к себе домой. Вот. Из-за некорректного поведения только. Неспортивного, корректного поведения. Вот. Поэтому у нас, когда мы являемся организаторами каких-либо конкурсов, то у нас такого не бывает. У нас обычно все девочки дружелюбные, и это атмосфера, самое главное, атмосферность, да, конкурса, чтобы впечатление о конкурсе осталось хорошее. И, конечно же, в первую очередь, вот Владимир Николаевич, он за этим очень сильно следит и делает все, чтобы девочкам было комфортно участвовать в этом конкурсе. Заранее расписание готовое. То есть заранее он все предоставляет, то есть не дает мне мучить конкурсанток, потому что строго, вот если репетиция заканчивается там в 2 часа, то все, он уже без 10-2 часа стоит и ждет, когда я закончу репетицию. То есть вот и не дай бог, если я их задержу, то есть девочек нельзя перенапрягать. То есть... Создаются все условия для того, чтобы конфликтов не возникало, и девушки между собой, наоборот, сдружились, а не считали себя прям такими конкурентами. Конечно. Интересно. Хорошо, спасибо большое. Ну, уважаемые телезрители, небольшой перерыв. Прервемся на красивую песню, после которой мы обязательно вернемся и продолжим разговор с Натальей Аркадьевной и с Ларой. Сакам жить в Эзепур, Бурджух
Зрители, напоминаю, у нас сегодня в гостях участница международного конкурса красоты и грации «Мисс Селена 2018» Лара Ян и Наталья Аркадьевна Девятых, директор модельного агентства «Волга Моделс». Девушки, еще раз доброе утро. Ну и раз уж мы так продолжаем тему с песни, то вот музыкальный, так скажем, вопрос, Лара. Я знаю, что ты вокалистка, ты занималась, ты училась. Помогала ли тебе способность, умение красиво петь на вот таких вот конкурсах? Помогает это? Естественно, это дополняет. А музыка, да и вообще вот весь этот мир творческий, это одно целое, поэтому обязательно мне это помогало и в конкурсах красоты, потому что у нас проводятся конкурсы талантов, которые номинацию, которую я никому не отдавала никогда. Вот. И во-вторых, музыка – это часть моей жизни, потому что я занимаюсь ей с детства, я сама пишу музыку, песни с замечательным человеком, тоже мой друг, с которым мы вместе выросли, это Никита Кунов, привет ему. Вот, мы музыкальный продюсер, и мы делаем очень крутые вещи, которые можно, в принципе, уже слушать в социальных сетях. Да, я выпустила свой альбом 1 января на свой день рождения, 19 года об этом. Можете послушать. Ну, тогда, во-первых, с прошедшим днем рождения. Спасибо. Ну и, собственно, подтверждение всему этому – это титул «Мисс Талант» на «Мисс Чуваши 2010», «Мисс Талант» на «Мисс Волга 2011». И, собственно, тогда сразу следующий вопрос, Лара. Были ли у тебя мысли уйти, ну, так скажем, из модельного бизнеса, не участвовать в конкурсах красоты, а уйти в, ну, вокальные конкурсы и как бы полностью вот целиком
по-другому отдаться себе, отдать себя музыке, вокалу и уже участвовать в каких-то музыкальных конкурсах? Я даже не думала об этом, чтобы уходить с какого-нибудь пути. Я только за, чтобы иметь много направлений. Это то же самое танцы, это музыка, это модельная сфера. Все вместе. Я еще и понемногу рисую. Поэтому я стараюсь делать очень много вещей. Почему нет? Мы один раз живем, и нужно заниматься всем, что нам доставляет радость, да, нравится. Талантливый человек, талантлив во всем. Вот Лара, я на этому подтверждение. Наталья Аркадьевна, Лара, ну и этот вопрос, который я не могу никак задать. Какие интересные, может быть, даже курьезные случаи обычно больше всего случаются на таких конкурсах красоты? Часто ли бывает такое, что на каком-нибудь показе мод девушка не успевает переодеться в платье, в котором она должна выйти поскорее на сцену? Часто это бывает такое? Очень часто, конечно, потому что у нас обычно мы работаем в режиме нон-стоп, то есть у нас нет больших перерывов на переодевание, и у нас максимум 3 минуты, пока длится какой-то музыкальный номер, и девочки у нас сразу выходят на сцену. И, конечно же, мы им помогаем, и там бывают разные моменты, что забывают одеть номерок, то есть или его теряют, или просто в этой куче одежды дизайнерской, не дизайнерской, они не могут найти то или иное, руки дрожат от волнения. Конечно же, мы им помогаем. И для того, чтобы такого хаоса за сценой, за кулисами не было, то есть мы обычно помогаем и ставим туда моделей наших, да, которые с нашего агентства, которые нам, девочкам, помогают. Но однажды у нас был такой момент, когда девушка, как Золушка, потеряла туфли на сцене. Да. Я одна из них, да, тоже. Было такое, что кто-то падал. Кстати, у нас на конкурсе топ-модель Чувашии, а девушка у нас упала, но стала победительницей этого конкурса. Она очень изящно упала в коллекции Гридодиани в платье. А еще у этого платья был шикарный красивый бант. То есть она очень красиво упала. Зато ее запомнили. Да, да, да. Ну и по поводу, опять-таки, конкурса «Мисс Селена 2018», я нашел в интернете видеозаписи. Огромная сцена, очень масштабное шоу. Да. Лара, как... Ну, я понимаю, конечно, что вы все профессионалы, вы давно этим занимаетесь, но мне кажется, это очень тяжело как-то растеряться на такой большой сцене. Там очень длинный подиум. Или вам там как-то помогают, направляют вас? Фишка в том, что это подиум, и это уже плюс. На самом деле, когда есть один длинный подиум, ты себя чувствуешь увереннее, нежели большая сцена, и вдруг там ты не так вошла, не туда завернула. У тебя есть цель, в конце этого подиума стоит человек в белых перчатках, который наставляет, да, ты идешь, и он такой: стоп, ты стоишь, позируешь, и он тебе показывает, что нужно уйти в сторону. Проходи дальше. Да, но у меня был такой момент, что я вообще забыла о нем, я стою, позирую туда-сюда, и потом вспомнила, что нужно уже уходить. Поэтому... Замахался. Поэтому уходи. Такой регулировщик, который направляет, что нужно. У меня был случай, кстати, в вечернем платье. Да, у меня было такое длинное платье, вышито все в бисере, в камнях, и я очень боялась не споткнуться, не упасть. Это потому, что единственный раз в жизни такой выход, который остается на всю жизнь. И я вышла, иду, я уже должна сделать финальную точку, и тут я просто наступаю на платье немножечко, так меня перекосило, но я успела встать и красиво закончить, поэтому... А у нас девушка там упала, да, по-моему? Да, у нас упала девушка из Мексики или Пуэрто-Рико, да. Пуэрто-Рико, по-моему. В национальном выходе, да. Опять же, это не показали, вырезали, но мое выступление оставили. В таких ситуациях, как я правильно понимаю, нужно самое главное, просто встать, красиво улыбнуться. Не растеряться, так было задумано, все. Да, так и должно было быть. Да. Это часть шоу, это элемент выступления. Исходя из темы, на которой мы разговаривали в Чебоксарах на одном из показов, я оставила туфлю за кулисами перед выходом. То есть там был деревянный пол, мне застряло... Каблук застрял, да. Я уже поняла, что нет времени его доставать. И уже, такой, как это называют, походка Барби. На одной ноге туфелька, на другой нет. Красиво прошлась.
Я даже не расстроилась, если честно. Некоторые расстраиваются, что вот как-то так не так сложилось. Нет, нужно наоборот во всем искать позитив. Так должно было. Зато меня так запомнили. Было. Ну, опыт получен, как бы, и идем дальше. Ну и, собственно, об этом, об опыте, и пойдем дальше. Лара, Наталья Аркадьевна, какие дальнейшие планы на 2019 год? Есть ли, Лара, жизнь после конкурса «Мисс Вселенная»? Какие дальнейшие планы? На каком конкурсе мы будем болеть еще за вас и за представительницу Чувашской Республики? Ну, я и себе, и людям всегда говорю, говорила при каждой номинации, и когда у меня список корон и титулов наполнялся, я говорила, что я закончу свою модельную карьеру, да, ну, может быть, когда я поставлю на себя 10-ю корону, поэтому я иду к этому. Я не знаю, куда идти после «Мисс Вселенной» на самом деле, потому что это самый высший конкурс, и, ну, я думаю, что в любом случае есть куда стремиться, мы что-нибудь придумаем, есть что-нибудь найдем. Равнозначный конкурс «Мисс Вселенной» — это «Мисс Мира». «Мисс Мира», да, вот я думаю, что можно еще тогда попробовать, но время покажет. Главное — идти вперед, мечтать. Не сдаваться. Есть ли у нас, Наталья Аркадьевна, в нашей республике, в нашем городе вот такие же талантливые и перспективные девушки, которые вот так же дальше будут представлять Чувашию в таких крутых конкурсах? Конечно, наша Чувашия, она настолько талантлива, и мы тому есть очень много подтверждений, у нас очень много талантливых людей, вот, и поэтому мы проводим каждый год конкурсы красоты, и ждем всех наших красавиц. Мы, конечно, им поможем продвинуться и участвовать в конкурсе «Мисс России» и далее. Что вы хотите пожелать нашим телезрителям? Точнее, что нужно, по вашему мнению, Лара, Наталья Аркадьевна, делать, допустим, каждый день для того, чтобы быть такими же жизнерадостными, такими же, как красивыми, такими же, как вы? Допустим, вот, ну, нас смотрят молодые девушки, которые тоже, вот как Лара, вот ты говорила, в детстве мечтали стать участницами таких масштабных конкурсов. Что нужно делать этим девушкам? Куда обращаться? Именно каждый день. Каждый день нужно верить в себя, в первую очередь, верить в свои силы, не предавать саму себя, потому что, когда вы мечтаете, ничего не делаете, предаете свои мечты, то вы останавливаетесь в своем развитии. Это в первую очередь. И, конечно же, каждое утро нужно просыпаться с хорошим настроением. Я не говорю делать зарядку. Просто включайте музыку, двигайтесь, как вам нравится. Хотите, пойте, хотите, танцуйте. Я танцую. Мне нравится танцевать. Пою я очень плохо. Посредственно. Да, но я пою все равно, потому что только это, ну, только слышу это я. И поэтому, создавая хорошее настроение, я иду в мир, улыбаясь людям, получая хорошие результаты. И, конечно же, мне очень хочется пожелать всем девушкам никогда, никогда не сомневайтесь в своих собственных силах. Потому что ваша стеснительность, она заграждает все ваши пути, закрывает все ваши пути и все ваши... То есть Вселенная вас не видит и не слышит, и вы остаетесь несчастными. Поэтому, пожалуйста, будьте открыты миру, да, Лариса? Да. Мечтайте и двигайтесь к своей мечте, не предавая ее. Лара, есть что добавить? Или ты полностью согласна? Я согласна, во-первых, да, абсолютно с каждым словом. И я мечтатель, поэтому девушки, и не только девушки, люди, мечтайте, потому что жизнь прекрасна на самом деле, очень прекрасна, и нужно каждый день вставать с утра. Я не знаю, как можно просыпаться уже в хорошем настроении. Это не, я иногда не просыпаюсь в хорошем настроении, но это главное — настроить себя, уметь себя настроить на позитив. Все хорошо, все супер. Мы видим, мы дышим, мы слышим, поэтому что мы можем еще желать? Да? Мы можем просто идти к своей цели, мечтать еще раз и добиваться всего, что мы захотим. Мы можем все, на самом деле. Я думаю,
подтверждение вашим словам, это ваши дела и в том числе участие в таких масштабных мероприятиях и конкурсах красоты. В любом случае, спасибо вам большое, Лара, спасибо, Наталья Аркадьевна, что пришли к нам сегодня в студию. Уважаемые телезрители, на этом передача «Ирбузам» подходит к своему завершению. До новых встреч. Самое главное, добивайтесь целей и задач, которые вы поставили перед собой. До новых встреч.